Всем привет, ребят, с вами я, Милтон Гуар, и сегодня я вам расскажу и покажу, как исправить ошибки вылета в версии 1.5.2 в игре Майнкрафт. Так вот, давайте перейдем сразу же к самой ошибке, я расскажу, из-за чего она будет появляться. И вот, как мы видим, у нас появляется вот такая ошибка, когда мы будем запускать версию 1.5.2. Minecraft has crashed, Minecraft has stopped running because in NQTI problem. Так вот, эта ошибка будет появляться на абсолютно разных версиях 1.5.2. Если вы будете с модами играть, то есть она всегда будет и никогда не пропадет. Так вот, что у нас вообще пишет? Чего бы ошибка будет писаться в папке Crash Reports? Это вообще ничего не вам не поможет, это бесполезная информация, это просто напишет там какой-то код, ну всякие бла-бла-слова. Это нам не нужно, мы вообще это не смотрим. Сейчас я вам расскажу, как решается эта проблема. Она решается очень просто, вам надо зайти в свою папку Minecraft игры. То есть процент апдата, процент. Зайдите в папку Minecraft, и вы должны найти два текста файла. Это options и options solve. Это два вот этих файлика, самые важные в этой проблеме. То есть в этих файликах тоже ничего нету. Вы можете задаться вопросом, а в чем проблема? А проблема в кодах игры. 1.5.2 очень старая версия. И разработчики игры Minecraft не решали этот вопрос, забили на эту версию, потому что она старая, но все же. Если кто-то ностальгирует, то может зайти. То как же это решить? Все очень просто. Мы либо удаляем эти два файлика, либо просто убираем. Ну я в данном случае удалю. Скорее всего, не обязательно удалять. Давайте мы зайдем. Вуаля, я зашел в версию 1.5.2. То есть она меня не вылетала, вот и все. Мы зашли. У нас доступно все. Как бы старенькие, вот лого. Вот версия 1.5.2 для вас. Очень простое решение проблемы. На этом я буду заканчивать этот мини-гайд. Извиняюсь за долгое отсутствие. Были обстоятельства. Но надеюсь, что не пропаду еще раз. Теперь буду снимать намного чаще роликов. Пишите в комментариях, что мне снять. Я обязательно это прочту. И может отвечу, как мне эта идея, понравится или нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Рассказывайте друзьям про этот способ, чтобы они тоже могли поностальгировать в Minecraft 1.5.2. Пока всем удачи, берегите себя.